и ваших гостей в Московском областном дворце бракосочетания номер 1. Уважаемый жених и невеста, у вас есть то, что еще миллионы, а находят лишь единицы. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству семейной жизни. Жить для счастья любимого человека. В эту торжественную минуту перед государственной регистрацией заключения брака прошу ответить вас. Является ли ваше желание заключить брак взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, Женя. Да. Прошу ответить вас, невеста. Да. На основании вашего взаимного согласия прошу поставить подпись за запись акта о заключении брака. Приглашаем гостей присоединиться к нашим поздравлениям. Мы еще раз поздравляем вас с этим событием. Добрый семейный путь.